Всем привет! На данном видеоуроке мы с вами разберемся, как сделать осьминога. Создаем новую сцену, New Scene. Выбираем на панели инструментов инструмент Scale. Отключаем X, Y, Z, чтобы можно было редактировать размер по одной из осей координат. Вытягиваем сферу. Получается такой вот овал. Далее с помощью инструмента Flatten нажимаем левой кнопкой мыши и делаем плоскость внизу нашего овала. Это будет нижняя часть нашего осьминога. Сделали. Далее делаем глаза. Глаза делаются из сфер. New сфера. Add Object. Добавляем сферы. Редактируем их размер с помощью инструмента Scale. Нажимаем на объект, тянем, и тем самым деформируется наш объект. Чтобы объект деформировался равномерно по всем осям, нужно включить точку на X, Y, Z. Пробуем еще раз. Уменьшаем. Отлично. Для отмены операции нажимаем Ctrl-Z. Отключаем точку. И редактируем по одной из оси координат, чтобы наш объект стал плоским. Вот таким образом. Отлично сделали. Выделяем Rotate. Поворачиваем. С помощью инструмента Grab перемещаем наши объекты ближе к лицу. Снова выбираем инструмент Rotate. Поворачиваем до необходимых нам угла. Отлично. Выбираем инструмент Grab. И перемещаем немножко наши глаза. Сделали. Выбираем инструмент сфер. Это Object. Создаем сферы нажатием левой кнопкой мыши. С помощью инструмента Scale уменьшаем наши объекты. Они уменьшились неравномерно из-за того, что не была включена точка X, Y, Z. Нажали точку, масштабируем. Смасштабировали. Отлично. Перемещаем наши объекты. Вот такие глаза у нас получились. Далее нам необходимо сделать рот. Рот мы, скорее всего, выдавим какой-нибудь из кистей. Нажимаем пробел. С помощью инструмента левой кнопкой мышки уменьшаем size, размер кисти. Рисуем нашему осьминогу рот. Вот такой рот у нас получился. С помощью инструмента Pinch делаем края более заостренными. Вот теперь он улыбается. Далее выбираем сферу Add Object. Добавляем в нашу сцену две сферы. Это будут наши щупальцы. Изменяем их масштаб с помощью инструмента Scale. Выбираем инструмент Grab. Отключаем точку на Global. Это позволит нам деформировать объекты.
Левой кнопкой мышки тянем за объект. И получаем растяжение. С помощью зажатой кнопкой Shift и левой кнопкой мышки мы можем их сглаживать. Далее нам потребуется клонировать данные щупальцы. Комбинацией клавиш Ctrl-C и Ctrl-V вставить. У нас появились объекты шары. Нужно нажать на объект, где не вставится. Вставились неравномерно. Отменяем операцию. Пробуем еще раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляем. Опять вставились неравномерно. Отменяем операцию. Ctrl-C, выделяем голову, вставляем. Ctrl, Ctrl-V. Вот теперь все отлично. Чтобы развернуть щупальцы в другую сторону, нам потребуется инструмент Rotate. Поворачиваем щупальцы так, как нам нужно. Выбираем инструмент Grab. И перемещаем щупальцы в нужное нам место. Вот таким образом. Отключаем Global. И деформируем их по-другому, чтобы они смотрелись более красиво и органично. Шифтом и левой кнопкой мыши сглаживаем щупальцы. Еще раз копируем данный объект. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляем. Теперь мы можем его просто отразить. Для этого нам потребуется выбрать инструмент Rotate и нажать клавишу Mirror. Mirror. Вот. Они у нас развернулись в другую сторону. С помощью инструмента Grab меняем его положение. Выбираем инструмент Rotate и разворачиваем щупальцы. Снова инструмент. Выбираем инструмент Grab и перемещаем его. Вот таким образом. Копируем еще раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляем. Выбираем Rotate. Поворачиваем. Инструментом Grab смещаем до нужного нам положения. Снова поворачиваем. Смещаем. Опускаем до нужного уровня. Вот такой осьминог. Вносим еще некоторые правки, чтобы смотрелось более красиво. Отлично. Наш осьминог готов. Спасибо за внимание.